Ипотечен. Так, 150 человек. Ну, сейчас отреагировало сразу 120 человек. Это братишка Мишин, его супруга, наша любимая Диана, Ксюша, моя Мася. И вот такая маленькая челябинская квартира. Это у нас, это же не Сибирь, что это? Урал, Южный Урал. Это Южный Урал. Всем привет. Привет из Киева, привет всем. И вот такие маленькие посиделки за столиком. Ну что, давайте, пишите ваши вопросы. Привет, Казани. Привет. Привет мы можем передавать долго, но давайте расскажите. Смотрите, здесь же у нас такая звездная тусовка. Это ребята, которые за нашу страну рвали свою, как минимум, спину, душу. И всегда, всегда, всегда выходили практически в тройку. Если нет, делали все возможное. Давайте, задавайте вам свои вопросы. Чайник и шторм, зачетно. Благовещенск, привет. Ну что? Что еще по этому поводу? Качки, качки — плохое слово, атлеты. Эти ребята рвали свои спины, делали становые по 400. Жидруска, Сависка, боится их, мать вашу, а вы нахрен молчите? Что по этому поводу вы скажете? Серебряков, как какую трапецию накачать? Ее просто нужно качать с утра до вечера большими весами, 250 на 20. Вы это делаете, нет? Мощь России? Отлично, пошла тема. Так, будет ли качалка с Цыпленковым? Михаил, качалка с Цыпленковым, что по этому поводу? Нет, а ее никогда не будет. А слишком чахлые руки, он говорит по этому поводу. Ваши комментарии? Мои комментарии — не чахлые руки, а слишком чахлый язык. Ну, соответственно, это говорит, мы не пьяненькие, вы с ума сошли. Мы самые трезвенькие, из-за того, что может быть. Я. Так, отлично. Так, по поводу бухнули. Кто пишет такую гадость? Вы вообще видите, что у нас на столе? У нас на столе, во-первых, ребенок, луковица, сок и салат «Цезарь». Если спать 6 часов, а не 8, что с прогрессом? У нас торт еще. Торт. На самом деле, если спать гораздо меньше, то до 4 часов... Дети вас не боятся? Нет. Дети, на самом деле, они чувствуют ровно то, что есть внутри, а не то, что есть снаружи. Они гораздо более искренние и честные, чем те, кто нацепляет себе чужие маски. Так, передать Мишке из Троицка, передали богатырям от дрыщей привет. Ну, спасибо, дрыщи, спасибо. Сколько времени у нас? Хрен его знает, сколько времени. Мася, сколько времени? 19 часов. Ну, не знаю. 19 часов. Почти полвосьмого. Полезно ли пить вино? Если сухое, немного, 150 грамм на ночь. Вполне полезно. Как сделали такие зубы? Спросите у моего стоматолога. Кокляева привет из Выборга. Выборг. Выборг гораздо ближе ко мне, чем Кокляева. Так что Михаилу я передал привет. Из Выборга. Это эксклюзив, ребята. Так, в реальной качалке язык не качают? Здравствуйте, ребята. Все, кто в реальной качалке выступает, как минимум, связано высказывают свои мысли. В реальной качалке язык качают, но никого не обсирают. Вот и все. Поэтому, ребята, вы чего хотите? Чего вы хотите? Помидорку хотите? Идите к Рамзану Кадырову, он вам такую помидорку покажет. Вот, смотрите, какая красивая. Это тот. Так, все услышали. Спасибо за трансляцию. На самом деле, это дружеская трансляция, когда мы лично познакомились с Мишей, с Лешей Серебряковым. Вот, с Мишкой мы уже были знакомы давно. И это, на самом деле, ровно та встреча, которую мы ожидали. Ребята, ровно те, которые они есть. Которые не показывают себя разные маски, не пытаются быть тем, кем они не являются. Как у Невского дела? На тайских каникулах будет ли он или нет? Это вопрос не к нам, это Дмитрию Клокову. Привет из Магдорба, Кокляев. Какой Кокляев? Ох, лучше вам этого не говори, Кокляев. Какая погода в Челябинске, такая же, как и в Питере. 5 лет! Леша грыжи залечил? Леша собирается залечивать грыжи, но вопрос не такой большой. Так, что у нас? Как ваше здоровье? Здоровье. Прикольное, втроем сняли бы. Мы втроем еще много снимем. Мы сегодня первый день, когда приехали, и у нас впереди еще целых 4 дня. А те, кто против Кокляева, съешьте помидорку. Вкусную, соленую, чтобы было хорошо вам. И представьте, что это ваша собственная помидора, Мари. Если вы против. Это ты. Ну что, скажи что-нибудь им. Мы все. Давай, скажи. Мы люди. Мы все люди. А покажи мне Мишку нам. Ну вот, и он теперь герой нашей телепередачи. Так, на чем ездит Миша? Миша ездит на той же шестерке Мазда, что ездила раньше. Она классная. Кто это? Это дочка Кокляева. Она очень милая, прикольная и красивая девочка. Да, Мася? Диана, да? Передай всем привет.
Скажи всем сюда привет. Привет. И с 8 марта поздравь всех девочек. Всех девчонок, точно. Скажи, давай. На самом деле она хотела сказать, идите в жопу. Но так как это, потому что это моя дочка. Она очень хорошая девочка, на самом деле вас Леша, давай, отдувайся на всех. Леша, давай ты на всех. Один на всех, и все за одного. Смотри, давай за бородочку вот так вот. Давай как будто это кипящее море. Да ладно, кипящее море страсти. Кипящее море страсти поздравляет вас. На самом деле, вот такая у нас вечерняя сессия. Всем спасибо, что были с нами. Мы были рады вас видеть. Подписывайтесь, смотрите, и в следующий раз мы выйдем обязательно. И на самом деле мы вышли сюда для того, чтобы поздравить вас с 8 марта по-настоящему, дорогие наши девочки. Девушки, ваших женщин, ваших бабушки, ваших матерей. Вас с 8 наступающим марта поздравляет квартира Алексея Михайловича Серебрякова и все ее обитатели. Я как хозяин квартиры, я позволю себе поднять рюмку за всех женщин нашей страны. Ура! Спасибо! Ура! Всем пока! Тысяча дрищей! Спасибо Сане Шпаку за эту трансляцию. Пис! До новых встреч! Еще раз? До новых встреч! Умничка, все, целую. До новых встреч! Вот так. Диана любит все эти штуки, интернет. Вот, видишь, смотри как, да? Уже я не могу. Почему с Серебряковым?